Так у нас разумный бог. Он не понимает, что делать вообще. Вот у нас нельзя. Тут человек. Вот у нас тут остановка лесопарк. А Марина у нас едет в поезде в Сочи. А, ну молодец. Вот у нас тут тополиный пух, жара, июль, а я вот даже не знаю. Не спросила, вот тут врач. Ну, в смысле, она там с подругой? Я не знаю, я не спросила, честно. Ну, снега, общество все-таки у нас какое-то, блин, неправильное. В том плане, что если две девочки вдвоем куда-то едут, то нормально. Никто их не будет. Ой, типа, да, подружки, хорошо, ля-ля-ля. А если два мальчика вместе едут, то сразу, бу-бу-бу-бу-бу, они, наверное, геи. А даже если и геи, и чё? Вот спрашивается, хочется бы смутились, вот вас ебет, кто с кем трахается. Вот какого фига? Хотела приличное видео вот снять. Какого фига? Людям до этого есть дело. Вот да, вот спрашивается, вот тут был хороший пост у Василия Зырянова на стене, что типа, да, я вообще-то гетеросексуалист, вот, и геев не особо люблю, но еще больше не люблю гомофобию, когда типа фу, гей, бу-бу-бу. Вот какое фига этим вот, как называть, гуманоидом, быдлообывателем есть дело до того, кто с кем сульвынькается. Они же себя не пропагандируют особо. Ну, геи, ну и чё. Вот, все, я кончил. Молодец. А приличного видео не удалось снять. Ну да, ну можно запикать. Можно, да не, что там запикивать, весь текст запикивать. А, ну на YouTube, ну там на YouTube, можно, я не сильно много. Да нормально. Одно словесо употребил. Употребил? Да. Ладно. Ну, можем внутрь пойти, но около этой штуки я хочу пофоткать. Но я чувствую, народ непонятно где и сильно далеко. Кто еще